Более 1000 льготников Сергиево-Посадского округа ежегодно получают путевки на санитарно-курортное лечение. Как сообщает Минсоцразвития Подмосковья, на сегодняшний день путевками в санатории Крыма, Анапы, Нальчика, Калининграда, Смоленска и Подмосковья обеспечены 147 жителей нашего округа. Как отметила Людмила Балатаева, министр социального развития региона, в области путевки полностью электронные, уже 5000 жителей по ним заехали в санатории. По словам начальника окружного управления социального развития номер 26 Игоря Ермохина, бесплатные путевки получают федеральные и региональные льготники, а инвалиды первой группы и дети-инвалиды имеют право получить путевки и для сопровождающего лица. Получить путевку можно, подав заявление на региональном портале госуслуг. Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 добавочный 6.